Свежий инжир избавляет от запоров, снижает уровень холестерина, полезен при диабете, лечит ангину, является профилактическим средством от рака толстой кишки, поддерживает здоровье костей, помогает худеть, поддерживает здоровье печени, помогает сохранить зрение, поддерживает репродуктивное здоровье. Так как в инжире содержится достаточно много пищевых волокон, а также сахара, он не рекомендован к употреблению при диабете, хотя в некоторых случаях плод даже полезен, а также в случае проблем с ЖКТ. Также не стоит рисковать людям, страдающим подагрой, и тем, кто имеет воспалительное заболевание желудка, особенно в период обострения. В очень редких случаях на инжир может возникнуть аллергия. Поэтому всем людям, которые склонны к аллергии, стоит отнестись к этому продукту с осторожностью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.